Я давно хотел сюда поехать. Нам очень нравится, что здесь много кортов, хорошие тренера. Из-за войны мы решили приехать сюда, в эту академию. Смотрите, здесь у нас получается 4 теннисных корта, летний бар, ресторан. Да, здесь можно покушать, пообедать, развлечения для детей. Да. Можете поиграться. Вот. Вот у нас получается 13-й корт, 14-й. И получается, с другой стороны у нас 9 грунтовых кортов, 6 на улице и 3 в дутике. Плюс здесь 4. То есть всего у нас 13 теннисных кортов грунтовых. Окей? Там отель и 3 корта в зале хардовых. Это очень хорошо, когда можем си коммуникувати в своем власном языку. Я можем си помочь грачам из моей країни. А в последнее время цілком много грачов пришло из Украины. Коли мне те грачи су угодны всем прийти, лебо ведя, что будет для них легче си откоммуниковать те вещи. Я же вем им во вела вещах помочь и мимо курту. Также для меня сам цілком доложитый в том клубе. Тим, что мал и добрые скусности в теннисе. Грал сам цілком добре, когда сам был юниор. А теперь, власне, можем еще помочь тим грачам з виходу. Да, здесь у нас обед. Здесь вы можете заказать все, что вам угодно. Салаты, второе, мясо, паста. Каждый день у нас здесь на выбор разное меню. Вот, и вы здесь можете между тренировками покушать. Также у нас в академии есть апартаменты, где можно жить. Юниорские апартаменты. Там будет физио. Уж всем помогало и пару родичам, что гладали твою убитку. Лебо то на ней легко про люди с узкой крайней наесть нечего. Так уж сами помогала и физио, убитко, хоть еще в чем была некая проблема, так сам снажил им помочь, а всегда найти наилучшее решение. He is good coach. He really, he speak Russian very good because he is from Ukraine. It's easy to speak with him. And like trainer, he is still good. Думаю, если бы был тренер тот, кто говорит на словацком, я бы что-то не понимала. На английском я понимаю, но не все. И, ну, как бы то, что я нашла тренера, тот, кто говорит на моем родном языке. Ну, то есть я могу понимать его не только в плане как предложение его, то есть то, что он мне говорит, а и чувствовать. То есть мне это так легче, то, что на моем родном языке. Смотрите, здесь идут тренировки. Здесь также тренировались Элина Светолина, Касаткина и Жабер. Все были в топ-10. И как Жабер вот сыграла финал на Умблдоне. Поэтому здесь все звезды тенниса тренировались, и я думаю, ощущение будет еще лучше от такого. Светолина, так как она с моего родного города, и поэтому она из Одессы, я тоже из Одессы, и поэтому она мне очень нравится. С этой стороны 2, и с другой стороны 2. Очень большие забеги, хорошие корты. Покажем еще вам с той стороны. Да, вот идентичная вторая сторона. Ну, то есть, как вам нравится? Огромная выгода, что если вы хотя бы раз попадете на Australian Open, да, то у вас будет выгода, что вы уже на таких кортах тренировались, потому что хард идентичный. Да? Поэтому для тренировок перед Grand Slam это будет самое лучшее, что может быть. Как вам нравится? Да? То есть корты, хард супер. Я на нем играл очень много раз, прям очень нравится. Потому что у нас в Одессе очень мало кортов, у нас только 3 корта, здесь 20 кортов. У нас в Одессе нет бассейна, нет зала, нет почти ничего. Тут есть все, и ресторан, и зал, и бассейн, и массаж. То есть тут есть все. И тренера тут, конечно, в 100 раз лучше. Очень добрые, очень хорошие, много тренеров, разные техники. Тут тренировались много хороших игроков. И поэтому мы решили, что это лучше, чем наши корты в Украине. И давно сюда решили переехать. И так вышло, что когда война началась, тем более вот обстоятельства состоялись, и мы поехали как раз таки сюда. А здесь у нас бассейн. Здесь вода потеплее. Физио, массаж, бассейн. Вот 3 вещи, которые обязательно делать после тренировок. Да? Очень нравится. Мне нравится отношение тренеров ко мне.
подход, работу, и ну, очень все нравится, да. Ну что, как вам? Понравилось? Очень понравилось. Да? Отлично, да. На что ждете больше всего? Ну, я думаю, больше бассейн. Бассейн? Я просто обожаю плавать, так что после тренировки будет вообще отлично. Понятно, а Ваня? Мне больше всего понравился фитнес. Фитнес? Обожаю рефлексы. Ну, я видел, ты неплохо так качаешься. Есть немного. Да. Ну что, тогда пойдем тренироваться? Да. Пойдем.